Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога» и я ее ведущий Валерий Седов. Сегодня мы расскажем о рейдах за прошлый месяц, которые провели сотрудники госавтоинспекции. Но начнем, как водится, со сводки происшествий. За прошедший месяц на дорогах Рязанской области зарегистрировано 95 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 21 человек погиб и 135 человек получили травмы различной степени тяжести. В области зарегистрировано более 900 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы дорожно-патрульной службы госавтоинспекции выявили более 18 тысяч нарушений ПДД РФ, в том числе более 120 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, более 100 отказов от прохождения медицинского освидетельствования, а также более 40 фактов управления ТС в состоянии опьянения повторно. Выявлено около 3000 нарушений, связанных с управлением тонированным автомобилем. 128 нарушений совершили пешеходы. Выявлено 130 нарушений, связанных с перевозкой детей. А также около 500 нарушений допустили водители грузовых автомобилей. И более 250 нарушений допустили водители автобусов. 24 апреля, примерно в 9 часов 10 минут, в городе Рыбное, вблизи дома номер 8 на переулке Свободы, 62-летний местный житель, управляя автомобилем Kia Spectra, совершил наезд на 76-летнюю жительницу города Рыбное. В результате происшествия пешеход с различными травмами обращался за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 16 апреля примерно в 17:55 в Рязанском районе на 217-м километре автодороги М5 Урал 41-летний житель Рязанского района, управляя автомобилем «Лада Гранта», по предварительной информации совершил наезд на 64-летнего мужчину. В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Очередные рейды по тонировке прошли в Рязани. Опять выявлено около 100 нарушителей. Если произвести математические расчеты, то такие рейды проводятся примерно раз в неделю. За каждый такой рейд по 100 нарушителей. Соответственно, это около 400 нарушителей в месяц и около 5000 нарушений по тонировке в год. Штраф за нарушение по тонировке небольшой, всего 500 рублей, плюс устранить нарушение на месте. Повторные штрафы за тонировку не предусмотрены. О том, как прошел рейд, расскажем далее. Вопроса, много это или мало, не последует. Тут всем понятно, что мало. Проясним. Светопропускаемость стекол должна быть не ниже 70%. Замеряют эту величину прибором под названием «Тоник». Сейчас у водителя прибор показал всего 32, в половину меньше. Либо устранить на месте, либо, может, в течение суток устранить. Водитель решил устранить сразу. В противном случае в госавтоинспекции выдают предписание. Это документ, в котором указывается, в какой срок нарушение нужно устранить. В обоих случаях штраф придется заплатить. Законодательством Российской Федерации за данное нарушение предусмотрена административная ответственность по части 3.1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, штраф которой составляет 500 рублей. За невыполнение законных требований сотрудника полиции согласно части 1 статьи 19.3 КОАП законодательством также предусмотрено наказание вплоть до административного ареста сроком до 15 суток, либо административный штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей. 15 суток наказание максимальное, но в Рязани уже применялось для особо рьяных нарушителей, а встречаются и такие. Для многих процедура, кстати, стандартная. Наклеил пленку, доехал до поста ДПС, снял, штраф заплатил, наклеил новую и цикл запускается вновь. Потому и останавливают за один рейд по сотне нарушителей, а проводятся такие регулярно. По статистике госавтоинспекции в этом году количество ДТП с пьяными водителями снизилось на 21%. Такая же динамика была и в прошлом году. За период с января по май произошло 2887 ДТП с участием пьяных водителей. Это тоже меньше, чем за 2022 год. Однако в таких авариях за период с января по май прошлого года погибло 685 человек и получили ранения более 5000 человек. На дороге Рязани и области инспекторы госавтоинспекции продолжают выявлять пьяных водителей. Об одном из таких расскажем далее.
Сильнее, сильнее. Вот, вот так вы будете, держите. Еще, сейчас. Все, красавчик. Максимально допустимое значение на данном приборе 0,160. То есть до 0,160 это допустимо. Все, что свыше, ставится в состояние алкогольного опьянения. У вас 0,750, то есть несколько раз превышает показания допустимо. Если верить статистическим таблицам из интернета, то 0,750 промилле – это минимум литр пива. Конечно, что именно употреблял водитель, неизвестно. А ему самому рассказывать об этом полицейским не хотелось. А вот что хотелось, так это сесть за мопед да поездить по родному Ряжску. За любимым делом инспекторы мужчину и задержали. В городе Ряжск, Рязанской области, 11 апреля сотрудники госавтоинспекции остановили мопед под управлением 31-летнего водителя, у которого не было права управления транспортными средствами, а также от него исходил запах алкоголя. Инспекторы отстранили мужчину от управления транспортным средством и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. С результатом освидетельствования водитель согласился. Прибор показал 0,750 тысячных миллиграмм на литр. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. Суд церемониться не стал. Наказание – административный арест на 10 суток. Мопед в это время дожидался хозяина на спецстоянке. В целом, статистика с начала года неутешительная, говорят в госавтоинспекции. С января по начало апреля больше 350 водителей сели за руль своего транспортного средства пьяными. Еще почти 200 человек освидетельствование проходить отказались. Кстати, это тоже карается законом. Госавтоинспекция Рязанской области напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения также предусмотрен административный штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет. С начала года повторно сели за руль нетрезвыми 66 человек. Наказание в этом случае жестче. Штраф до 300 тысяч рублей, лишение водительских прав на 3 года, в отдельных случаях лишение свободы на 2 года. Снова весна, и снова на улицы города выезжают СИМ, средства индивидуальной мобильности. Конечно же, чаще всего это электросамокаты. По статистике, за 2023 год на дорогах России произошло 3100 ДТП с участием этих самых СИМ. В них 43 человека погибли, включая 7 несовершеннолетних. Чаще всего такие ДТП происходят в Москве. Чтобы статистика этого года пошла на убыль, сотрудники госавтоинспекции провели рейд и напомнили ребятам, как правильно пользоваться электросамокатами. Причина, по которой юношу остановили полицейские, не спешился с самоката на пешеходном переходе. В общем-то, это самое частое нарушение правил за сегодня. Этот пункт нарушили почти все. Если движение лица, использующее для передвижения средств для мобильности, по пешеходной дорожке, по тротуару, либо в пределах пешеходных зон, подвергает опасности или создает помехи для движения пешехода, то лицо это должно спешиться и продолжить движение пешком. Либо выбрать такую скорость, которая не превышает скорость движения пешеходов. Как показывает практика, не выбирают. Едут себе что по тротуарам, что по пешеходам, лавируя в пешеходном потоке. Штраф есть. Например, за то, что не спешился на пешеходном переходе, 800 рублей. Серьезный удар по кошельку, когда решил просто покататься на самокате по городу. Для примера, по тарифу 6 рублей за минуту на 800 рублей можно было бы кататься больше 2 часов. А вот другое распространенное нарушение инспекторам не встречалось. И вроде встали в центре города и время такое выбрали, когда самокатчиков больше всего, но катались на самокатах все правильно, по одному. При движении на электросамокате или на любом другом средстве для мобильности запрещено выезжать на пешеходный переход, а также передвигаться на средстве для мобильности вдвоем. Электросамокат предназначен только для одного участника дорожного движения. В случае нарушения данного требования правил дорожного движения предусмотрена административная ответственность. Штраф тот же – 800 рублей. Однако во время рейда, который проводился совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних, нарушителей до 14 было больше всего. Вот и проводилась с ними разъяснительная работа. Когда ты двигаешься по тротуару, у пешехода преимущество. Есть... Нет, слушай, если ты создаешь ему помехи,
да, то нужно либо выбрать скорость такой же, как у пешеходов, либо слезть. В пешеходном переходе только пешком. А это памятка. По веянию времени электронная. Подростки сканируют QR-код и на телефоне автоматически открывают все правила дорожного движения для СИМ – средств индивидуальной мобильности, чтобы впредь ездили правильно. За этот рейд было пресечено больше 30 нарушений. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.